Всем привет. Зашел тут в четвертый день на ПТУ. Стрим еще интересно назвал. Фиксы, патчи, стабильность. Как будто издеваюсь над самим собой. А началось все с того, что пульт отказывался мне вызывать корабли. А когда вызвал, то поставил мне аквилу без одного двигателя. Тогда я решил отремонтировать корабль, но даже после ремонта двигатель остался дырявым. Кстати, до ПТУ такого не было, но прикол в том, что когда я после стрима зашел на лайв и вызвал аквилу, она тоже была без левого двигателя. У меня пол корабля нет. Починка есть. Значит, возможно, он сломался при вызове. Мне двигатель дали без... Ну, без двигателя. Там пустота. Странная фигня. Кстати, ремонт теперь работает безотказно. Даже когда отлетел от полосы и вернулся обратно. Круто. Вы видите, да? Я и там на посадке смог починиться и здесь. Можно. Реально можно. Прикольно. Блин, заправка работает, еще ни разу не багануло, это вообще прикольно. Одним выстрелом зажег Грейкэт. А, о, все. Адская, вообще адская. Или что я сделал? Я пропитал его электричеством, он засиял. Вторым потушил. А, я погасил. О, теперь красиво. А вот с посадкой была какая-то беда. Даже после того, как приземлился на платформу, зеленые полосы отображения посадки не пропадают. А почему мне не говорит, что я сел и посадку не убирает? Еще один баг. А также не произносится фраза «Landing complete». Какая-то багуля. Так, ну все, мы садимся на новом гриме. А, посадки глючат все-таки. У меня не сбрасывает посадочные огни зеленые. В общем, полетел я на Левский посмотреть, изменились ли цены кораблей, и на подлете я поймал первое веселое приключение. Слишком сильно разогнался, начал гасить скорость, и от перегрева вырубились все двигатели и трастеры. Еще задел скалу из-за того, что аквилу тянуло к земле, а дальше кувырки и поломки. В общем, кое-как долетел до полосы. Так, вас там не стошнило? Да остановись ты. А куда ты? Что происходит-то? Так, секунду. Перегреваем движки. Почему меня крутит? Что происходит, блин? Так, ну это было круто. Долети до ангара хотя бы. Не, ну это какие-то приколы, я сейчас вообще ничего не понял, что происходит. Лендинг комплит. Так, давай отсюда. Было весело. Напоминаю, держите скорость до отсечки в атмосфере. Так, после этого я поймал 30к. И еще 30к, и еще всякие вылеты. Стабильностью в этот вечер не пахло. Серваки тормозили жутко, но видно, прайм-тайм Европы дает о себе знать. Каждый раз после захода на новый сервак, через 10 минут начиналось слайд-шоу. Полетели на боевые задания. Перегрев основных орудий у аквилы происходит после двух выстрелов. Раз-два, перегрев. Но вроде стреляет хорошо, конечно, особенно турели. Одиночные баунти выполнили быстро, а вот клайм-джамперов всех убить не удалось. Просадили стоковые щиты, и NPC быстро нас разнесли. Бармен сегодня отказался меня обслуживать, хотя я подошел первым, а Леха вторым. Я тебя очень плохо слышу. Что ты говоришь? One second, all right? К бармену-то ходил уже? Нет, тоже еще не был. А, ну ты подходи к стойке и ничего не делай. Он сам к тебе подойдет и это предложит. Да, он говорит, что ты его погоди минуту, что-то да. Чувак, я первый пришел. Нифига себе, вот офигел. Я первый вообще-то пришел. Ну, с
снова меня спрашивает. Он мне за вторым пошел, ты там жди своей очереди. Не, он меня сегодня не хочет обслуживать, короче, я слишком страшный, видать. Через 10 минут он все же дал мне один напиток, а потом завис с одним NPC и уже никого не обслуживал. Бак с пистолетом Юбарев после нескольких смен шмоток, пистолет отваливается и ходит за тобой между ног. У тебя там что-то упало из-под тебя. Ту-дум-ту-дум. Это мой домашний Юбарев подо мной. И в конце попался пирату. Блин, тут пират. Все, меня замочили. Ха-ха, он меня порвал. Не, ну с такими тормозами я что-то... Боевые задания сейчас, это нереально. В общем, как всегда, было весело и багованно. Жду уже не могу все эти новые фичи на лайв, так как лайв уже кажется каким-то старым, но зато однозначно стабильным. Бывало, что и по 6 часов без вылетов. Ну вот и все. Всем пока.